Бонжур, Лизами. Бонжур, Лизами. Что ты делаешь, мое солнышко? Живем. Я ем. Скажи, je mange. Живем. Ага. Бонжур, Лизами. Сегодня наш урок французского проходит в кафе, и мы вам расскажем несколько слов, которые связаны с едой. Мы кушаем пирожные. Как по-французски пирожное? Гето. А сюда посмотри, а то... Гето. А гето. Пирожное, а гето. Ага, вот такое вот, а гето, вкусненькое. И как по-французски кушать? Манже. Манже. Алис, как по-французски кушать? Манже. Забитым ртом. Манже. Манже. Молодец. А как сказать по-французски «я кушаю»? Je mange. Je mange. Je mange. Je mange. Молодцы. Алис, что ты делаешь? Еще раз скажи. Ой. А по-моему, ты свинячишь, нет? Нет, не свинячишь. Молодец, аккуратно кушает, хорошо. Как большая девочка, совсем ягодку съешь. Молодец. А как по-французски напиток? Boisson. Une boisson. Une boisson. Как по-французски пить? Boire. Ну-ка, попей-ка. Держи, держи, осторожно, не пролей. Буа. 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 Пить по-французски буа. А как сказать я пью? Je bois. Je bois. Что ты делаешь, Алис, скажи? Чинца. Молодец. Ну, пей, кушай. Ну вот. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний урок французского. Всем пока. Au revoir, les amis. Au revoir.